Всем привет! Сегодня рассмотрим машинку Andes US-1 Fade. Машинка сделана в Америке, вы сами можете увидеть на коробке. Давайте мы ее распакуем. Так, в комплекте входит сопроводительная документация. Насадки. 6 насадок в комплекте идет. 3, 6, 10, 13, 19, 25. Они выглядят вот таким образом. Вот таким образом они выглядят. А также идут щеточка для чистки ножевого блока и масло для ножевого блока. Также сама машинка. Есть защитный колпачок на ножевом блоке. Машинка выглядит вот таким образом. На самом корпусе даже указано, что машинка сделана в Америке. У машинки Andes вибрационный магнитный мотор, у которого 7200 оборотов в минуту и 8 Вт мощности. Благодаря таким высоким оборотам он легко справляется с густыми и жесткими волосами, а также не требует дополнительных переходников, например, преобразователя. Машинка Andes оснащена хромированным ножевым блоком с легированной стали с прецизионной обработкой. Регулируется ножевой блок от 0,2 до 1,5 мм. Благодаря таким параметрам вы легко можете делать переходы плавные, окантовку и основную стрижку. А также благодаря прецизионной заточке ножевой блок дольше держит заточку. У ножевого блока бесступенчатая регулировка. Корпус машинки сделан из высококачественного пластика с добавлением нейлона. Благодаря таким компонентам у машинки ударопрочный корпус. Вес машинки составляет 460 грамм. Длина шнура составляет около 3 метров. Шнур защищен от прокручивания. Машинка эргономична, идеально лежит в руке. Вам очень легко будет делать разные маневренности с машинкой.